Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу «Ильичевские новости» в студии Анна Кочан. Сегодня в нашем выпуске. Представители трудового коллектива Ильичевского судоремонтного завода провели общественные слушания, на которых были рассмотрены вопросы переименования города и его улиц. Возле старой артезианской скважины по улице Ленина 15А, которая была закрыта из-за неудовлетворительного состояния, специалисты ведут работы по оборудованию новой артскважины. Силами сотрудников горжилуправления в общежитии, расположенном возле судоремонтного лицея, по просьбе одного из его жильцов был оборудован пандус для спуска инвалидной коляски. На днях прошли финальные игры 13-го всеукраинского турнира юных правоведов, который проходил в нашем городе в течение 4 дней. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. А на початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, інформація про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. Кабінет міністрів у середу схвалив проект закону, який скасовує необхідність оформлення і введення трудових книжок як свідчення трудового стажу. Законопроект розгляне Верховна Рада, повідомив після засідання Кабміну міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус. Нагадаємо, Абромавичус виступив із ініціативою про скасування трудових книжок ще в серпні. У міністерстві розповіли, що функціонал трудової книжки буде повністю виконуватися єдиною базою даних, куди внесуть інформацію про посади співробітника. Також у середу уряд ухвалив рішення підвищити зарплати керівникам великих державних підприємств. За словами Айвараса Абромавичуса, постанова сприятиме залученню професійних кадрів до роботи у державному секторі. До того ж, прийнятий рівень зарплат дозволить унеможливити фактор ще й політичного тиску на керівників державних підприємств, вважає міністр. У період з 1 до 10 січня українці працюватимуть лише 3 дні, повідомив перший заступник міністра соцполітики Василь Шевченко. Зокрема, 1 січня і Різдво 7 січня у 2016 році припадають на будні дні, їх зроблять вихідними. Вийти на роботу доведеться 4, 5 і 6 січня. 8 січня планується також зробити вихідним днем із відпрацюванням у суботу 16 січня. 31 грудня і 6 січня уряд рекомендує скоротити на годину робочий час. Польща у середу відзначає День Незалежності. 11 листопада 1918 року території, які понад 120 років були поділені між Російською імперією, Прусією та Австро-Угорщиною, об'єдналися у Другу Польську Республіку. Тепер цей день відзначається як День Незалежності Польщі. Українські дипломати привітали польський народ із святом. Біля берегів Туреччини затонув човен із мігрантами. Загинули щонайменше 14 людей, серед них 7 дітей. Співробітники берегової охорони врятували 27 мігрантів. Човен прямував на один із грецьких островів. І з початку року зовнішні кордони Європейського Союзу перетнули 1 200 000 нелегальних мігрантів. Голова Міністерства зовнішніх справ Люксембургу повідомив, що ЄС розглядає можливість створення нових центрів з прийому біженців як у державах Євросоюзу, так і в балканських країнах, що не входять до ЄС, щоб реєструвати і висилати нелегалів. З більш ніж 3,5 тисяч вулиць, провулків, проспектів і площ Одеської області, нанесених на Яндекс.Карти, перейменуванню у зв'язку з набранням чинності закону про засудження комуністичного та нацистсько-тоталітарних режимів в Україні, підлягають мінімум 300 топонімічних об'єктів. Про це повідомляє прес-служба компанії Яндекс в Україні. Близько півсотні таких вулиць знаходяться в Одесі. Найпопулярніші серед нас вулиці Леніна. У населених пунктах Одещини налічується 27 вулиць з назвою Леніна, 25 – Жовтнева, 24 – Чапаєва, Радянська, 18 – Комсомольська. Зазвичай радянські вулиці в Одеській області називали в честь політичних, військових і громадських діячів. Іменами 23 з них названі більше 150 вулиць, а найчастіше, крім згаданих, зустрічаються вулиці Щорса та Куйбишева. Але трапляються і поодинокі назви. Наприклад, це вулиця і провулок Героїв-Комсомольців, зазначають у прес-службі.
Згідно з підрахунками співробітників компанії, якщо взяти всі радянські вулиці Одеси і з'єднати в одну, її довжина складе 44 кілометри. Загальна протяжність радянських вулиць всій області – 418 кілометрів. В связи с выполнением закона о декоммунизации Ильичевск подлежит переименованию. До 21 ноября жители Ильичевской территориальной громады и местные органы власти должны внести предложение о новом названии Ильичевска. Именно эти вопросы 11 ноября обсудили представители трудового коллектива судоремонтного завода. В среду представители трудового коллектива Ильичевского судоремонтного завода провели общественные слушания о переименовании как самого города, так и его улиц. В повестке дня было два вопроса. Первый касался выбора нового названия города. Его обсуждение было достаточно эмоциональным. Это статья первая закона о декоммунизации, там, и запрете символов. В ней четко указывается, что переименовываются населенные пункты, названия которых происходят либо от имен, ну я понимаю, это ошибка законодателя, видимо, надо было писать фамилии, потому что имена вообще, либо от псевдонимов, и дальше идет перечень лиц, ну, которые попадают под это дело. Ну, мое мнение, что название Ильичевск, оно не происходит ни от имени, или фамилии кого-то из перечисленных, и не происходит ни от псевдонима. Что если мы ссылаемся на Владимира Ильича Ленина, то у него никогда псевдонима Ильич не было. У него два самых ходовых было псевдонима, это либо Ильин, либо Константинов. Представители профсоюзного комитета завода понимают недовольство людей, однако закон есть закон. Люди категорически против изменения названия города Ильичевск. Они с этим названием рождались. Но жизнь вносит свои коррективы, вот. Поэтому народ в большинстве своем за старое название города. Мы приняли такое, что из трех предложенных названий города, которые были предложены нашим городским оргкомитетом, вот, по этому вопросу, это Черноморск, Бугово, либо Буговые там хутора, и третий – это Ильичевск. Вот. Ну, большинство, конечно, вызвало согласие по Черноморску. Второй вопрос повестки дня касался переименования одной из улиц Ильичевска. Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов завода вышли с инициативой перед горосполкомом переименовать название улица-бульвар Гайдара, улицу-бульвар судоремонтников. Ильичевский судоремонтный завод – предприятие, с которого фактически берет начало история нашего города. Именно поэтому руководство предприятия надеется на то, что ильичевцы поддержат инициативу трудового коллектива. Исторически справедливо было бы поддержать ходатайство предприятия, поддержать ходатайство профсоюзного комитета, совета ветеранов о том, чтобы бульвар Гайдара и улицу Гайдара назвать общим названием бульвар судоремонтников. И мы будем очень признательны жителям Ильичевска, жителям города, если они поддержат нашу инициативу, ну, и будут у нас такие названия. Решения, которые принял трудовой коллектив завода, будут рассмотрены на общегородских слушаниях. А зараз офіційна інформація. 12 листопада о 12 годині у Великій залі Центру культури і мистецтв за адресою вулиця Хантадзе, 7 відбудуться громадські слухання на тему «Перейменування міста Ільичівська». Несколько месяцев назад из-за неудовлетворительного состояния была закрыта артскважина, расположенная по адресу Ленина, 15. Сейчас в районе Бювета подрядная организация ведет работы по оборудованию новой скважины. По прогнозам специалистов, через несколько недель ильичевцы вновь смогут пользоваться качественной очищенной водой.
Бювет с артезианской водой, расположенный в густонаселенном микрорайоне центральной части города, всегда пользовался популярностью у жителей. Раньше пользовались вот на Ленина 15, а потом закрыли, думали, что это ненадолго, но ходили на утренний. И вот до сих пор продолжаем ходить, потому что у меня ребенок, и для чая вода, ну, в первую очередь питьевая, да, то есть живая вода, я ее называю вот так, как источник. Вот. И, конечно, для приготовления пищи, напитков, то есть тоже этой водой пользовались. Многие личевцы отмечают неудобства, связанные с прекращением работы привычного источника питьевой воды. То если мы мимо проходим, ребенок всегда говорит: мам, давай посмотрим, может, он заработал, потому что очень удобно на самом деле и привыкли. По объективным причинам, бювет с артезианской водой прекратил работу еще несколько месяцев назад. Случилось так, что предыдущая скважина, которая уже больше 30 лет, к сожалению, она сделалась аварийной, прогнили обсадные трубы и много чего другого. И несмотря на все принимаемые мероприятия, пришлось эту скважину останавливать. Городские власти изыскали возможность профинансировать строительство новой скважины. В настоящий момент ведутся работы по монтажу оборудования, которое обеспечит поставку и очистку воды. По инициативе городского головы Хмельнюка были выделены средства для строительства новой скважины. Вот буквально сейчас вы видите, что работы близятся уже к завершению. Причем эта новая скважина, она будет выполнена из самых современных труб немецкого производства. Погружной насос самый технологичный и самый современный. Скважина на глубине 130 метров, обсадные трубы, трубой 219. А сами трубы, по которым будет подаваться вода, и погружной насос на глубине 80 метров. Специалисты подрядной организации, выполняющие монтаж оборудования для новой артскважины, ручаются за качество работ. Используется новое современное оборудование, в частности насос, насосное оборудование фирмы «Вилла», водоподъемные трубы пластиковые, экологически чистые, облегченные, насос энергоэкономичный, маслонаполненный электродвигатель, ну, это такая специфика для специалистов. Скважина должна работать, давать нормальную водичку, бювет будет работать. Жители могут пользоваться водой. Мы даем гарантию на свою работу. Скважина сделана нормально, прокачана, получены результаты, химбак, радиология, анализы. Воды вполне достаточно для микрорайона, для водоснабжения. Уже проведены все необходимые мероприятия по обеззараживанию оборудования артскважины. Дебет скважины достаточно, 3 куба в час, мне говорят вот здесь специалисты. Через пару недель, ну максимум через 3 недели, я надеюсь, мы уже будем поставлять эту воду за счет городского бюджета. И используя то оборудование для очистки, там обратный осмос у нас работает и некоторые другие технологии, что доочищают эту воду. Бювет с артезианской водой возобновит свою работу уже в начале следующего месяца. А зараз ще одна офіційна інформація. Іллічівський міський голова Валерій Хмельнюк видав розпорядження про скликання третьої сесії Іллічівської міської ради 7-го скликання, в якому, зокрема, говориться, керуючись статтями 26, 42, 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, скликати третю сесію Іллічівської міської ради 7-го скликання 20 листопада о 10-й годині в приміщенні міської ради. Рекомендувати для розгляду пленарного засідання третьої сесії Іллічівської міської ради 7-го скликання такі питання. Перше. Про звернення Іллічівської міської ради до Верховної Ради України щодо перейменування міста Іллічівська. Друге. Про земельні правовідносини. В общежитии, расположенном на улице Победы, 91, в поселке Александровка, силами сотрудников горжуправления был оборудован пандус для спуска инвалидной коляски. В этом приспособлении крайне нуждался житель этого дома, в семье которого воспитывается ребенок с ограниченными физическими возможностями. Дом номер 91 по улице Победы в поселке Александровка находится на обслуживании городского управления жилищно-коммунального хозяйства. По проекту дома пандус для спуска колясок предусмотрен только возле входа в подъезд. Недавно в адрес горжилуправления поступило обращение одного из жильцов общежития с просьбой оборудовать пандус для спуска инвалидной коляски внутри здания. Обратился к нам жилец нашего дома. У него в семье инвалид детства. Он не может самостоятельно передвигаться, и мы
оборудовали ему съезд для его инвалидной колясочки, устроили пандус, для того, чтобы этому человеку тоже можно было выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Специальный пандус уже давно необходим жителю этого дома, ведь в его семье воспитывается ребенок, который сам не в состоянии передвигаться. Ну, раньше ребенок у меня был полегче, я еще как-то смирялся с ним. Потом, когда он уже с возрастом, ему сейчас 19 лет, с возрастом уже тяжелее он становился, я обращался, когда были выборы депутата. Депутаты мне обещали помочь. Потом получилось, что я просил вообще за свой счет сделать это все. Мне сказали, что будет мешать пожарникам, что это нельзя этого делать. На просьбу жителя установить съезд для коляски с готовностью откликнулось руководство администрации Александровки и сотрудники городского управления жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас обратился к Ленскому, председателю Александровки. Он мне сказал, заявление написал быстренько, он обратился в горжилуправление, без проблем, быстренько мне пришли, все это сделали, красиво сделали, по размерам, по моим колясочкам, очень удобно, спасибо большое. Силами ремонтно-строительного участка ГУЖКХ на двух лестничных пролетах в подъезде дома были установлены специальные пандусы. Сейчас со второго этажа, где проживает инвалид детства, можно без особых затруднений спустить и поднять инвалидную коляску. При необходимости пандусы поднимаются и закрепляются на замок. Теперь юноша с ограниченными физическими возможностями сможет смотреть на окружающий мир не только из окна своей комнаты. А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей о том, где в четверг в нашем городе не будет электроэнергии. В связи с ремонтными работами в четверг 12 ноября с 9 до 17 часов будет отключена электроэнергия по улице Хантадзе в домах 2 и 4, а также находящихся по этим адресам Зеленхозе, Гургазе, милиции, МРЭО, бюро ритуальных услуг, предприятия МТА, сервис, уют, страховой компании Аранта и школе раннего развития. Ильичевский РЭС приносит свои извинения за временные неудобства. По информации Ильичевского отделения полиции, Овидиопольского отдела полиции Главного управления национальной полиции в Одесской области, с 4 по 11 ноября оперативными дежурными было получено и зарегистрировано 169 сообщений о правонарушениях и других происшествиях, из них 33 с признаками уголовных преступлений. В понедельник, 9 ноября, в дежурную часть Ильичевского отделения полиции поступило заявление от 29-летнего жителя города, который сообщил, что из его машины пытались украсть его вещи. В ходе проведения розыскных мероприятий в совершении уголовного правонарушения изобличен 25-летний гражданин. По факту открыто уголовное производство по статье «Кража Уголовного кодекса Украины». Ведется досудебное расследование. Во вторник, 10 ноября, в дежурную часть поступило сообщение от директора торгового центра «Копейка» о том, что охрана задержала 23-летнего гражданина, который украл 3 пачки кофе общей стоимостью 450 гривен. Правонарушитель доставлен в городское отделение полиции, где он дал признательные показания. По факту открыто уголовное производство по статье «Кража Уголовного кодекса Украины». Ведется досудебное расследование. А сейчас информация коммунального предприятия «Ильичевскводоканал» о том, у кого в нашем городе в четверг не будет воды. В связи с заменой запорной арматуры по заявке ЖЭО номер 1 в четверг 12 ноября с 8 часов 30 минут до 12 часов будет отсутствовать холодная вода в жилых домах по адресам улица Хантадзе 10, 12, 14, улица Данченко 2. «Ильичевскводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства. Протягом 4 днів в нашому місті проходив 13-й всеукраїнський турнір юних правознавців. У неділю відбулися фінальні ігри і визначилися переможці 2015 року. В турнірі на кращі знання різних галузей права змагалися біля 100 учасників з різних куточків нашої країни. Учні ретельно готувалися до інтелектуальних баталій і пройшли важкий попередній відбір.
Дуже розумні, дуже діти такі підготовлені. Видно, що досить багато і гарно працювали вчителі, їхні керівники команд і самі діти, перш ніж сюди приїхали. Бо в дуже багатьох областях проводяться турніри спочатку районні, міські, потім обласні. Тому діти проходять через кілька таких, от, скажімо так, через таке сито, і тому приїжджають вже сюди досить обізнані. Мы начали готовиться сразу по появлению вопросов по этому турниру еще и с лета, с августа месяца. Мы готовились очень долго, плодотворно, очень тяжело нам это давалось. Мы искали множество информации, научной литературы. И в конце концов мы создали 12 основных и 4 дополнительных доклада, которые мы достойно отыграли. За результатами змагань третє місце посіли луцька команда «Домінус Літіс», правознавці з Донецьку «Фортуна Дон», команда учнів юридичного ліцею Одеси, збірна команда Харкова і також харківчани, учасники команди ЮНІСЕФ та спеціалізованої школи-інтернату ліцею міліції. На другому місці – учні з Житомирської області, бердичівські правознавці і город Феміди, і харківські команди юстиції і слобожання. Ми пройшли 4 етапи відбіркової гри, прийшли до півфіналу. На жаль, на цьому ми закінчили, але отримали великі емоції та багато нових знань, а також нових зустрічей. Складно було, звичайно, питання, проте з кожного питання ми знайшли певний досвід. І сьогодні в цих питаннях я можу розібратися навіть як спеціаліст. Перемогли у турнірі команда 25-й кадр із Запоріжжя і збірна команда «Лідер» з Полтави. Прежде всего для мене турнір – це безцінний опит в роботі з іншими людьми, з іншими командами, в роботі з юридичними документами. Я отримав осознання того, що я отримав критику від суддів, від еліти нашого держави в сфері правознавства. І емоції тільки положительні і ейфорічні. У всеукраїнському турнірі з правознавства взяли участь всього 19 команд з усієї країни. Тому вони певною мірою уже стали переможцями. Для учнів участь у інтелектуальних змаганнях є безцінним досвідом і можливістю поглибити свої знання. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичевского телевидения. А сегодня с вами была Анна Кочан. Всего вам доброго и до свидания.